Всем привет, ребята! Вы на моем канале Конфетки Фэмили. И сегодня я вам хочу рассказать, что, к сожалению, Хэллоуин переносит на целую неделю позже, потому что у нас будет новое обновление в Don't Meme. Это обновление, оно там будут не очень прикольные пэты, вот эти два пэта. Один пэт за робоксы, как всегда, а другой пэт за баксы. Он стоит 1000 баксов. Я хочу сделать его неонкой или хотя бы его получить, потом как-то выпрашивать этого пэтика. Я сейчас накопила только 1500. Да, только 1500. Если кто-то может помочь, вот мой никнейм, пишите в комментариях. И когда у меня будет время, мы встретимся. И если вы мне поможете, я буду очень благодарна, потому что я для вас очень сильно всегда стараюсь. И вас очень сильно всегда всех люблю. И у меня чаще всего иногда выходят новости про I Don't Meme. Ну и вот, наш Хэллоуин переносят, все новости я сказала, что у нас будет вот такие два пэта, и скоро уйдет наш миленький, как его, я не помню, как его зовут уже, Киви вроде бы. Кивин, да, его Кивин зовут. Мы будем прощаться завтра с нашим Кивином. И завтра у нас будет как раз это обновление. Не пропустите. Оно у нас будет идти ровно неделю. И как раз после этого обновления у нас будет Хэллоуин. Жалко, что Хэллоуин переносит. Это очень жалко. Ждите следующих новостей и обзор на обнову. Ребяточки, я совсем забыла вам сказать, что после вот этой нашей обновы уйдет обнова про всяких плавающих питомцев, так что кидайте все эти наши приманочки. Удачи всем, и, конечно же, удачи мне. У меня почему-то никакой пэт еще не выпал, мне только выпало два герметика и один аксессуарочки. Сейчас вам покажу, вот. Мне выпало два герметика за все, что я открывала. Так, и вот эти очки. И все, мне больше ничего не выпало. Из всей обновы, понимаете? Из-за всей обновы мне ничего больше не выпало. Мне все остальное выпадало только баксы. Я очень расстроилась. Но я самое главное забыла вам рассказать. То, что у нас разработчики что-то сделают с трейдами. Поменяют их как-то. Что-то поменяют с трейдами. Ну, короче, завтра вы все увидите, потому что я буду снимать обзорчик. Примерно буду снимать в 2 часа. Я буду снимать мой ник был уже. Кто хочет, может зайти. Всем пока-пока!